Ну, здорово, правда? Вот впервые Леон Моисеевич спел сегодня. Он рассказывает, а впервые поет. Замечательно. Мы тебя не отпускаем. Еще пой. Брюнет. Я юморист, заявляю заранее. Но буду ждать и тосковать, если ты не придешь на свидание. Но буду ждать и тосковать, если ты не придешь на свидание. Ты можешь взять, мне отказать, выйти замуж за телепродюсера. Потом смотри, волос не рви, и если я не прощу за безвкусие. Я не юрист, не финансист, я не киллер, ну разве что с мухами. Я не крутой, зато смешной, веселей адвокатов с глобухами. Я не крутой, зато смешной, и веселей адвокатов с глобухами. Я не артист, понял, не футболист, не Аршавин, не Нона Гришаева. Но намекни, и как они. Нет, не так, а смешнее сыграю я. Тебе манто или авто, фиг иметь, даже если захочется. Шикарных дач нам не видать, но зато ты со мной обхохочешься. Но зато ты со мной обхохочешься. Храни тебя Бог. Идем дальше.